Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре стиральная машина Hotpoint Ariston VMSL501B. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить и обязательно активируйте колокольчик. Тогда вы не пропустите выход нового ролика. Для вас я сделал подборку ссылок для покупки этой модели по выгодной цене, найдете ее в описании. В поддержку канала делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Стиральная машина в классическом белом корпусе без дисплея. Панель управления представлена кнопками и поворотными переключателями. Наглядные индикаторы на панели управления сообщат о ходе стирки. Какой выбран режим, на какой стадии цикла находится машина. Все подписи сделаны на русском языке, так что с настройкой машины будет легко разобраться. Стиральная машина с фронтальной загрузкой использует в работе 16 программ, которые позволяют с легкостью справляться с самыми стойкими загрязнениями на хлопковых, шерстяных, шелковых и синтетических изделиях. Предусмотрена возможность регулировать установки, уменьшить количество оборотов при отжиме, изменить время цикла и температуру воды. Это способствует бережному отношению к вещам. Потребляя 49 литров воды за один цикл, устройство способно очистить до 5 килограммов белья. Безопасность использования модели обеспечивает ряд опций. Если вещи при стирке спутались, барабан за счет движения в обратную сторону равномерно располагает их по поверхности, снижая за счет этого уровень шума и вибрации. В случае, когда в машину загружено слишком много моющего средства, излишки пены начинают откачиваться, включается дополнительное полоскание, и частицы порошка полностью вымываются из ткани. Машина оснащена таймером с функцией отложенного старта в пределах 12 часов. Для ее активации достаточно загрузить белье, выбрать программу и установить время начала работы. Чрезвычайно деликатная стирка шерстяных изделий, обеспечивающая идеальный результат без потери оригинальной мягкости. Этот цикл был одобрен компанией Woolmark для стирки шерстяных изделий с надписью «Ручная стирка». Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Запах пластика был не в самом начале, а появился спустя неделю. Непонятно, как отсоединить для промывки лоток для порошка. Шланги слива и забора коротковаты. Нет дисплея. Не вымывает весь порошок. В манжете между барабаном и дверцей после стирки остается вода. На некоторых программах при отжиме достаточно сильно вибрирует. Теперь перейдем к положительным. Материалы и сборка на высоте. Большая вместимость. Класс энергопотребления А+. Хорошо отстирывает даже на быстрой стирке. Вещи выходят умеренно сырыми и не сильно скомканными. Полезная функция самоочистки. Удобный лоток для порошка, геля. Даже без выравнивания вообще не прыгает и не вибрирует. Простота и удобство эксплуатации. Всем спасибо за просмотр, также буду благодарен, если напишите комментарий и поставите лайк в поддержку канала. Под видео в описании вы найдете подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик для уведомлений. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».